получилось? Ну, в какой-то мере, да? Хорошо. Три. Спасибо всем. Спасибо всем, кто пришел к нам сюда. Так, мы фотографию на память делаем. И я еще хочу раздать маленькие такие сувениры. Это подборка журналов «Мир дзюдо» за разные года. Вот мы с Борисом и от журнала «Мир дзюдо» вам сейчас подарим всем, так сказать, почитать, познакомиться. Вот. Ну, там за разные года такая подборочка у нас есть. И потом мы моем руки, умываем лицо, там в конце коридора есть туалет. Почему сегодня было закрыто? А у меня ключи есть. Переодеваемся. Я делаю чай. Мы пьем чай. И рассказываю интересные истории. Если у кого желание есть, мы можем как бы это еще минут 40, часик посидеть, так попить чай, поболтать, и на этом мы закончим такой процесс. Согласны? Ну, отлично. Так, я сейчас беру подборку журналов для всех, а вы можете пока включиться. Роман, третий номер есть вы этот? Да что? Ну что, я не пробую за это дело? После года, да? Ну, ждалась момент, когда я может быть. Хороший формат, потому что надо смотреть сразу, рассказывать, показывать, конечно, много не другое. Это как папа. Вот жена вам включились, мы молотили, работать. Здесь, осознание. Прокручивать в голове, что как вот это вот равновесие, у меня не отработает. Да. Я говорю, чисто вот механика поперла и все. Здесь подумал, я посмотрел, увидел, ну, иногда хорошо идут глазки, но в большей части она заходит нормально, вроде как все подготовлено, все хорошо, не идет. Здесь вот смотрю, у нее получше участвовала, тем более вот после упражнений на равновесие. Здесь она думает. Я говорю, там включается журнала и пошла чистой механической работы. На авось. Да. Повезет, не повезет. Зашел бросок, зашел, не зашел. Вы хорошо так уделили внимание в плане равновесия. Я смотрю, вот всех, кто прошел, всем показали. И после этого. Помнишь, что я тебе по поводу ног напомнил? Вот. Раз немножко соматизировал правильно, ты контролируешь свое тело. Когда ты на прямых ногах стоишь, ну, как палка получается, ты оттолкнул, ты упал. Вот немножко прямой положение. Кстати, есть коронка, вот у тебя есть один прямой, ты его дорабатываешь. Чтобы у тебя на соревнованиях, а потом от него уже комбинации какие-то. Именно вот от этого прямого. Вот какой гольф Михаил, знаете? Так, ну что, давайте маленький наш скромный кружочек такой сядем, и мы вам такой подбор журнал. Так, здесь вот за разные года, не знаю, может у кого-то есть, может у кого-то нет. Ну, в любом. Андрей, садись. Вот. Так, ну что. Борис, передавай. Раз. Передавайте. Сюда. Борис, передавай. Сюда. Борис, передавай. Есть у вас такая подборка? Ну, значит, будет. Разные года. За 14-й, за 13-й, за 17-й, за 16-й год. За 14-й. Последний нет? Нет, за последний нет. Вот такая. Что-то вспомните, что-то нет, знаете, как говорится. Такая. Кстати, вашу фотографию может здесь тоже. Да, так вот. Это ваш. Ну, вот Вика, очень моя. А это передадите вашему учителю. А, Светлане. Светлане. Да, хорошо. Так, ну что, делаем маленькую фотографию. А? Совместно. Готовы? Вот.
Идите сюда, вставайте на фоне вот этого. Журнал видите, рука операция Леницы, можете разговорить. Так, вот поближе, сюда. Так, вот сюда поближе смотрите. Ну, можно очень широко смотреть. Поплотнее. Поплотнее. А давайте, знаете как, нет, подождите. Немножко вот на меня, буквально на полшага. Для чего? Я хочу, чтобы Тория вошла вся. А, давайте чуть вперед полшага, вот сюда, на эту линию. Да, вот так вот. Вот. Нужно вперед отжим. Все. Внимание. Я делаю несколько фото, потому что я не вижу ваших глаз. Это манка. Не моргайте. Так, ну что, все, умываемся, идем, да?